Ой, кто это к нам идет? Кто это? Ну-ка, я сейчас пойду посмотрю. Здравствуйте, можно к вам в гости? Ой, ребята, посмотрите, кто к нам пришел. Кто это? Колобок. Колобок, посмотрите, какой он кругленький, румяненький. А он нам что-то принес. О, ребята, посмотрите, что я вам принес. Хотите посмотреть? Садись, Колобок, показывай нам, что ты нам принес. Вот, давайте развяжем. Что он нам принес? Ребята, что это? Тесто. Тесто нам, Колобок, тесто принес, да? Посмотрите, какое оно. Ну-ка, давайте потрогайте, какое оно, мягкое? Мягкое какое, да? Мы с теста, помните, с вами пирожки пекли? Да. Помните? Да. А что мы еще делали? А? Она растила из муки. Да, тесто делают из муки, правильно. Колобок же на мне что-то говорит. Ну-ка. Ребята, Колобок говорит, что на тесте можно рисовать. Представляете? Да. А как это, Колобок? Ты нам расскажешь? А у вас есть скалка? Ну да. Конечно, есть. Ну сейчас. Да. Вот, вот она, да. Где эта скалка. Ваша не трогай. Вот она у нас скалка. Не трогай. Вот она скалка. Нужно тесто раскатать, да? Да. Давайте будем раскатывать тесто. Класс. Вот, скалочкой будем раскатывать тесто, да? Да. Что я делаю? Что я делаю? Я шла. А я сейчас вот что делаю скалочкой? Что я делаю? Раскатываюсь. Раскатываю тесто, да? Мила, что я делаю? Раскатываю тесто. Раскатываю тесто. Дарина, что я делаю? Раскатываю тесто. Раскатываю тесто. Садись. Ну-ка, давайте мне вместе помогайте. Вот так вот оттягивайте. Миш, вот так вот оттягивайте к себе, вот так вот тяните. Вот, тяните, тяните, вот, тяните. Миша, другой ручкой. Помогай ручкой, другой помогай. Вот, тяните его. Колобок, а что же можно нарисовать на тесте? Ой, а вы попробуйте ладошку положить на тесто. Посмотрите, что получится. Ну, кто? Следы. Следы какие, посмотрите. Получились, видите, какие ладошки получились, да? Вот какие ладошки. Сильно-сильно прижимайте. Сильно-сильно-сильно-сильно жмите. Вот какие ладошки получились. Да? А у нас больше. У тебя больше, да? Ой, у меня, смотри, какая большая получилась ладошка. А что еще можно, Колобок? А еще можно пальчиком рисовать. Серьезно? Ну-ка, давайте попробуем. Так, оп. 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 Он у нас. Ну, как здорово, как будто дождик капает, да? Кап. Вот какие получились. Как дырочки такие получаются, да? Кап. Ой, а у вас вилка есть? Конечно, есть. Вот она, вилочка. А вилочка, можно рисовать дырочки. Ну-ка, Колобок, может, ты нам покажешь? Давайте покажу. Ой, смотрите, какие у Колобка дырочки получаются. Видите? Видите? Да? Дарина, хочешь? Да, я тоже. Давай, Дарина, попробуй. Давай, попробуй дырочки, какие получаются. Вот, раз, молодец, еще вот. Ой, какие красивые дырочки у Дарины получаются. А еще мне Колобок еще что-то скажет. Ребята, а еще можно рисовать, знаете чем? Да. Можно рисовать колпачком от фломастера. Вот, смотрите, у меня есть колпачок. Какого он цвета? Синий. Синий, правильно. Видите, смотрите, какие дырочки получаются. Я тоже хочу. Да? Ну, давай, Миша, попробуй колпачком рисовать. Вот, какие получаются шарики, да? Вот какие шарики. Теперь нет. А еще можно рисовать звездочки. Посмотрите, какой формочкой, да? Ну, давай, Миша, попробуй. Так, давай. А Дарина попробуй рисовать. Бабочку. Бабочку, да. Вот, а ты кубиком попробуй рисовать. Вот, такие у вас красивые рисунки получаются.